Малыши из Мезенского детского дома идут на экскурсию в новый музей – резиденцию Лисы Мещаночки. Этому зданию уже больше 100 лет. Представляете, какое оно старинное? Оно дореволюционное. И построено оно купцами Ружниковыми. И попала лиса из леса в купеческий дом. Да и не лиса, это теперь вовсе Алисафета Ваяновна, хозяйка Северного купеческого дома. Радушно встречает гостей лисонька, угощает их мезенскими блюдами, явствами из своей кладовой. Лиса стала хозяйкой дома-музея не случайно. Почему и назван, и хозяйка этого музея является лиса, да, потому что еще Екатерина II, когда присвоила статус нашему городу, статус города как раз, тогда присваивались и флаги, и на флаге города Мезени как раз вот изображена лиса. В нашем центре представлен ряд исторических черно-белых фотографий, которые ранее нигде не экспонировались. Это семейные фотографии мезенцев. Мы выбрали наиболее интересные, отредактировали их и разместили в данной экспозиции. В планах открыть в Мезени картинную галерею. Первоначальная коллекция уже собрана в резиденции Лисы Мещаночки. В центре представлен также ряд картин. Это более 30 картин, написанных в результате проведения мезенских пленэров в предыдущие годы. Здесь есть и картины заслуженных художников Российской Федерации, есть и картины местных мезенских авторов. Мы очень надеемся, что созданный нами объект, такой уникальный для нашего города, он будет очень интересен, очень значим как для местных жителей, так и для туристов. Надеемся, что наш город станет более привлекательным и для подрастающего поколения, и, конечно, наш музей, наша резиденция Мезенской Лисы Мещаночки всегда готова встретить гостей. Это Рима Лишава, Алексей Филиппов, регион 29, Мезенский район.